каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Русский народ объединяет вокруг себя большое количество самобытных и неповторимых этнических культур. Мы – многонациональное общество, но мы – единый народ. Ко Дню народного единства по всей стране сегодня прошел второй большой этнографический диктант. По данным Федерального агентства по делам национальностей, в нем приняли участие 11 стран СНГ и все 85 субъектов России. В Туве в этом году масштабная акция на знание истории народов России прошла на 58 площадках, 24 из которых были в Кызыле. В одной только Национальной библиотеке имени Пушкина организовано 3 площадки. В принципе, сложности в этом плане никакой не было, потому что мы библиотекари, мы организаторы. Подобные мероприятия мы проводим регулярно. Для нас это не вызвало никакой сложности в организации. Юлия Ильина в прошлом году не смогла принять участие в большом этнографическом диктанте из-за работы. Женщина признается, что подобные мероприятия нужны в первую очередь для укрепления знаний о национальностях, живущих в России, а во-вторых, укрепляют дружбу народов страны. Мне очень интересно узнать что-то новое. И я совсем недавно приехала с Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и там очень много познакомилась с представителями других регионов, других национальностей, из других стран. И очень интересно вот сейчас узнать, какие здесь вопросы. Может быть, что-то мне из того, что я там узнала, пригодится здесь. Диктант состоит из 30 вопросов, один из которых был посвящен тувинскому эпосу. Отметим, что участники не имели возможности использовать мобильные телефоны и другие справочные материалы. Может быть, несколько правильных ответов на вопрос. Но тогда на каждый вопрос один балл причисляется. Если есть там несколько вариантов правильных ответов, то за каждый пойдет по 0,25, понимаете, да? Всего диктант длится 45 минут. Итоги акции этого года подведут ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. Напомним, первый большой этнографический диктант прошел в прошлом году. Его написали почти 90 тысяч человек. Тогда средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных. В Туве выдача ипотечных кредитов выросла в 1,5 раза. За 9 месяцев этого года банки выдали жителям региона кредитов на приобретение жилья на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это на 51,4% больше, чем в аналогичном периоде 2016-го. С помощью ипотеки в январе-сентябре этого года 831 житель Тувы улучшил свои жилищные условия. Средняя сумма одного ипотечного кредита за этот период составила 2 миллиона рублей. Средняя процентная ставка по этим займам в регионе снизилась до 11,2% годовых против 13,6% за аналогичный период прошлого года. Банки реагируют на снижение ключевой ставки Банка России, уменьшая стоимость ипотечных кредитов, сообщает Национальный банк Тувы. В целом, ипотечный кредитный портфель населения республики на 1 октября этого года составил 7 миллиардов 900 миллионов рублей. Аналогичный период прошлого года – 7 миллиардов 1 миллион рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 9 копеек, евро 67 рублей 68 копеек. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузалар биз. Сез 800-700-5-10-10. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Товарищи, ноябрьская ценовая революция в РБТРУ. Все готовы? Готовы! Начинаем! Электрическая плита «Дарина» всего за 11 490 рублей. РБТРУ. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити».
Сегодня около 11 часов утра на юге Красноярского края под поселком Балахта перевернулся микроавтобус, следовавший из Тувы, в салоне которого находилось 8 человек. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, в ДТП попал микроавтобус, который ехал из Кызыла в Красноярск. Машина потеряла управление и вылетела на обочину. По какой причине, пока устанавливается. В результате ДТП пострадали трое детей. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, автобус является частным и не использовался для коммерческих пассажироперевозок. В настоящее время выясняются причины произошедшего. В Тувинском государственном университете сегодня стартовал 6-й республиканский молодежный инновационный форум «Инновации-2017». Он прошел на трех площадках учебно-лабораторного корпуса. За 6-летнюю историю форума в выставке инновационных проектов приняли участие более 500 человек из разных НИИ, общеобразовательных и средних учебных заведений Тувы, в том числе и воспитанники президентского кадетского корпуса. Эта система, да, она состоит из источников водоснабжения. Источником водоснабжения может быть насосная станция, центральный водопровод, емкость для сбора дождевой воды. Также она состоит из распределительного коллектора. Мы еще присоединили к ним электромагнитные клапана, которые могут открываться, так и закрываться. И еще к ним можно также присоединить шланги или трубы. Для гостей форума работали интерактивные площадки. На них свой полезный вариант проведения досуга продемонстрировал Центр робототехники и клуб настольных игр «Тувгу». Студенты продемонстрировали не только современные, но и забытые национальные игры тувинцев. Кроме того, участники молодежного форума «Команда Тувы-2030» показали разработанную ими электронную книгу. Данная книга представляет собой красочно иллюстрированное издание на трех языках, на тувинском, русском и на английском языках. Мы представляем тувинские мифы. Мы взяли 9 мифов. Почему 9? 9 для тувинцев – сакральное число. В фойе университета расположились будущие инженеры, которые продемонстрировали проект складного ветрогенератора с вертикальной осью вращения, а учащиеся первой школы Кызыла – макет переносного ГЭС. Однако большой интерес у участников форума вызвали очки виртуальной реальности. Инновационный форум прошел по трем направлениям – информационные технологии и инженерно-технические инновации, инновации в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности, а также культурно-образовательные инновации. Подобные мероприятия дают будущим инженерам стимул в развитии своих работ. Кроме того, возможна и дальнейшая разработка проектов, нацеленных на развитие региона. В Министерстве образования и науки Тувы идет формирование делегации детей от 8 до 13 лет включительно для участия в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце, которая состоится 26 декабря. Персональный состав делегации формируется на основе конкурсного отбора, отдается предпочтение отличникам учебы, победителям конкурсов и олимпиад, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, детям из социально незащищенных семей, детям, родители которых погибли в горячих точках. В Министерстве здравоохранения Тувы подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. За отчетный период в республике родилось на 336 малышей меньше в сравнении с показателями прошлого года, но остается выше средних показателей по стране и Сибири. В числе причин снижения показателя – социальный фактор и уменьшение женщин детородного возраста. Удалось сохранить тенденцию снижения смертности населения. Снижение показателя составило 222 случая или на 10,1%. За аналогичный период прошлого года в республике умерло всего 2343 человека. За 9 месяцев текущего года – 2121. В первую очередь уходят из жизни от болезней системы кровообращения. На втором месте – несчастные случаи, травмы и отравления. Затем – новообразование, болезни органов пищеварения. Туберкулез и органы дыхания занимают 4-е и 5-е места в числе причин смертности. В области охраны материнства и детства усилия врачей были направлены на раннюю постановку беременных женщин на врачебный учет –
Минимализация младенческой смертности по причине отдельных состояний перинатального периода. В этом году после окончания учебного периода в ряды медицинских работников влились 1439 врачей, 4516 медсестер, свыше 2000 санитарок, 2419 прочего немедицинского персонала, 47 специалистов с высшим немедицинским образованием, 32 провизора, 17 фармацевтов. Также были названы районы-аутсайдеры по смертности населения. Это Чахольский, Байтагинский, Судхольский и Кызылский районы. Четвертого ноября в России отмечается День народного единства. Праздник является символом сплоченности народа во имя достижения общей цели, благополучия и процветания страны. Закон об учреждении государственного праздника был подписан в 2004 году. День народного единства дает особый повод обратиться к истории государства, вспомнить примеры истинного героизма, мужества и самоотдачи, с которыми во все времена российский народ защищал свободу и суверенитет Родины. В рамках празднования 4 ноября в регионах, в том числе и в Туве, будут организованы концерты и выставки. Другие мероприятия, рассказывающие о многообразии культур многонационального государства, о важности передачи ценностей патриотизма и любви к своему отечеству подрастающему поколению. Спонсор выпуска прогноза погоды «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой и умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. В Кызыле облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью минус 2, минус 4 градуса, днем 0, плюс 2. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные, займы до зарплаты. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороване облачно, без осадков. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем минус 2. На полке пасмурно, временами осадки, ветра нет. Температура утром минус 5 градусов, днем минус 4. В Танзыбее пасмурно, временами осадки. Температура утром минус 5 градусов, днем минус 3. По всей трассе проезд удовлетворительный.